Всем привет! Продолжаем разбирать Adobe Illustrator CC 2019. И второе, что бросается в глаза после того, как вы запустили программу и открыли документ, панель инструментов. Кажется, что разработчики убрали половину инструментов, и это действительно так, на вот этой встроенной панели. Она, видите, она совсем маленькая, и вы здесь не досчитаетесь большого количества. Что делать? Окно. Панель инструментов. И теперь есть две опции. Есть основные, а есть дополнительные. Вот на стандартном то, что было раньше, это дополнительно. И то, вот, например, как я работаю, как я рисую, мне нужна дополнительная панель. Здесь есть и волшебная палочка, и стандартные фигуры, и вот эта вся ширина линии, она здесь присутствует. Поэтому я сразу перестраиваю. Еще раз. Окно. Панель инструментов. По умолчанию у вас будут стоять основные, мы ставим дополнительные. И также рабочая среда, я по умолчанию ставлю автоматизация. И тогда у вас получается вот такой вид. И здесь уже можно дополнительно вызывать нужные вам панели. Я привыкла с ней работать, и вот когда у меня дополнительные инструменты, когда у меня сделаны панель автоматизации, для меня это привычная рабочая среда, из которой я могу уже хорошо и эффективно работать.